Друзья, привет! Очередной день подходит к своему логическому окончанию. Бодрый Пуня бегает. Пришли друзья. Оксана, подруга. Еще заранее говорит, а завари мне чайку. Какого-то с утра рассказывал. Заварил чайку. Погода шикарная, просто супер. Сейчас где-то около 10 градусов тепла. Сейчас выйдем на берег, я вам покажу этот прекрасный пейзаж. Просто загляденье. О, красота. Кто-то пишет мне. Друзей принимает. Забыл ответить. Хотел сказать, друг мой. Если у тебя нет друзей, то это ж твои проблемы. Если люди тянутся друг к другу пообщаться, то это ж хорошо. Тем более сейчас такое нелегкое время. Опа. Ныряй, там не глубоко. Шучу, а то сейчас опять и правда нырнешь. Ну, как облака отражаются в воде. Красиво. Да. Постепенно происходит буйство красок. Ладно, пойдем. Чайку попьем. Сэмик он там лазит. У него свои дела там. На кого-то охотится. Охотится. Ага, понятно. Ямку роет. Не будем мешать. Хорошо, хоть здесь роет, а не в доме. Запалил только что котел. В доме так уютненько, потрескивают такие дрова в котле. Ой, прямо аж так, ух, тепленько-тепленько. Запустил циркуляционный насос и наслаждаемся теплом. Правда, надо будет завтра-послезавтра разобрать на запчасти еще одно сваленное дерево. Да, Маня? Маня обиделась. Да шучу я. Да она наетая сидит, и даже двигается лень. Да, это кто-то говорит, это у тебя декорация или дрова? Ну, пока декорация. Потом будет дрова. В общем, друзья, всем всех благ, всем мира, добра, здоровья. Остаемся на связи. Всем пока.